Ребят, перед видео хотела рассказать вам про кредитную карту Тинькофф All Airlines в стильном дизайне. Заказывайте ее и получайте кэшбэк до 10% на путешествия и 2% за повседневные покупки, страховку до 50 тысяч долларов, которая уже включена в карту, кредитный лимит до 700 тысяч рублей, до 55 дней на покупки без процентов. Оформите карту по ссылке в описании и получите вечное бесплатное обслуживание. Всем хай! Hello! Смотри, что у нас сегодня есть. Что же это? Это детский адвент-календарь с детской косметикой. Ребят, на этом канале было миллион видео с проверками детской косметики. Какую только детскую косметику мы с вами не тестировали. Были и супер-мега-кринж варианты, и в целом не супер-мега-кринж варианты. Но в этом году я нашла адвент-календарь с детской косметики. Набор для макияжа детский адвент-календарь. Лана. Бренд этот мне не знаком. Я не знаю, что это за бренд, но надеюсь, там внутри будет не кринж, и там действительно будет детская косметика. Знаешь, что я уже заметила? Что? Разницу. Так. Тут у нас 24 окошко, а не 25. Да, кстати, адвент-календарь, который мы распаковывали до этого, литуалевский, там был 25 окошек, а здесь 24. А, кстати, 24 вообще не вижу, где вот, оно. Посередине прям. Хорошо. Ну, давайте посмотрим. Как давно ты пользовалась детской косметикой? Ну вот мы снимали, наверное, месяц 4 назад. Ага. Поэтому месяц 4 назад я точно не пользовалась. Итак, детская косметика на тот момент была, кстати, неплохая. Мы купили очень дорогую палетку, она стоила 6 тысяч за детскую палетку. А по качеству? Как взрослая была. Я вообще не понимала прикола, почему она детская, потому что она была реально как взрослая. Ну, возможно, внутри состав более состав, правильный, наверное. И поэтому дороже. На самом деле, составы детской косметики пугают меня гораздо больше, чем большой, потому что они, как правило, мел просто прессированный берут, который, типа, да, там супер тень, на меловой основе ты их наносишь, и вроде как, наверное, это быстрее снимается, потому что можно салфеткой сухой пройтись, и все, макияжа нет. Но что там в составе, я сказала, что, наверное, было бы безопаснее делать обычную косметику и давать дитю. Не знаю, я в этом реально не разбираюсь, но если кто-то разбирается, почва для обсуждения готова. Итак, давай, кто первый тянет? Давай. Первую цифру. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, я буду первой. Так, ребят, давайте ищем циферку 1. Первый пошел. Ой. Помада бальзам, по-моему. Ой, да. Вот такая вот помада. В принципе, вся детская косметика выглядит похожим образом. Мне интересно, она будет с каким-то пигментом или она пойдет нафиг? Легкий розовый пигмент есть. Но знаете, для детской косметики, мне кажется, слушай, это вообще нормально. Да, это неплохой цвет. Ну да, он такой розовый, полупрозрачный. Конечно, сводчи вы еще не увидите, просто остается только мне лишь довериться. Вообще найс, нормально. Она ничем не пахнет. Вообще нет запаха. Ладно. Никакой отдушки. Слушай, кто-то в комментариях предложил, короче, с левой и с правой стороны откладывать нормальную косметику, что типа нормальное, и что кринж. С той стороны нормально будем откладывать, с моей кринж. Ну, я думаю, что да, этим можем пользоваться. Думаю, ребенок будет рад. Да. Если ты ребенок, напиши, ты обрадовался или нет. Двойка. Я думаю, что там будет что-то наподобие тенюшек. О, это колечко. Мне еще везет какие-то приблуды. Кольцо, кстати. Прикольное, наверное. Если тебе 5. Мне 5 лет. Хотя сейчас такие кольца в целом стильно выглядят. Они забирай. Достаточно модно. Ой, слушай, на камере она смотрелась как-то не очень, но в жизни она прям прикольная, потому что она прозрачная, пластиковая. Но она приколдесная. Соглашусь. Пойдет не в кринж. Да, как взрослый я бы его носила. Циферка 3. Я его нашла сразу, он был продавлен. Достаем. Нет, ну можно, пожалуйста, еще более гадостно было сделать? Что это? Оля! Ну, это, конечно, сектор Le Cringe на барабане. Посмотрите, это была кисть для теней. Почему в адвент-календари любят класть такие кисти? Нет, знаете, вот так вот прикольно, какая-то бабочка-ликая штука. Ну, я бы отнесла это в позицию кринж. Ура, наконец-то у меня 1. Цифра 4. Вот. Опа. Какая-то необычная, странная форма для четверки. Вот тут должна была бабочка. Может, ножички? Пинцет? Хотя дай мне, вот будем использовать бабочку. Точно. Вот для чего она была нужна. Ну-ка, давай, отмычка. О, дело пошло. Прекрасно. Что это? Я не понимаю, это тень? Хайлайтер, что это? Это блестюшечка какая-то. Да, это бальзам для губ. Блин. Слушайте, ну выглядит он прям реально очень достойно. Еще и поблескивает так симпатично. Мне нравится, что его можно повесить. Это типа кулончик. Очень круто. То есть тебе сушатся губы, ты такой? Бац, ты такая самая классная девчонка в своем 5-м А. Нет, ладно, в своем 3-м Б. Кто-нибудь до сих пор знает отличие класса А, Б, В и Г? Я слышала, что типа по уму сортируют детей, но мне кажется, это неправильно. Кто-то разбирается? Это ж надо было вот эту фразу «по уму сортируют детей». Как мы оценим эту штуку? Мне нравится. Он приятный, и он реально будет увлажнять губы, спасать их зимой. По запаху он, кстати,
Имеет легкую одушку, но такой вот, именно, знаете, самый мега-базовый, вот детская косметика, именно так и пахнет. Если вы не шарите, как она пахнет, зайдите в любой магаз, понюхайте, чтобы вы понимали, что такое детская косметика. Ну а так, кулончик, я думаю, что идет на твой сектор не кринж. Сектор приз. Сектор приз. А я открою сектор номер 4. Или подожди, у нас пятерка уже. Пятерочка. Итак, пятерка. Вот она. Блин, кажется, там какая-то кисть сейчас опять будет. Резиночки на скотче. Как сказать? Не знаю. Ну, резинка, в принципе, это нормальная вещь. Ой. Я думаю, резинку можно было бы положить в сектор нормальных вещей. Да, но, в принципе, для ребенка она миленькая. И по сравнению с прошлым адвентом, литуалиском, где клали резинки для взрослых, которым зачем? Вот это найс. Найс. Ребенку пойдет. Следующий номер. Шестерочка. О, я быстро нашла ее. Давай. О, заколочка цветов. Блин, знаешь, у меня были такие в детстве, только маленькие. Кстати, да, еще бабочки были. Такие были. Бабочки, только они еще были меньше и да. Яркие такой окрас. И ты собираешь так. Блин, круто. Я тоже закалывала им волосы. Конечно, все мы так делали. Кто так не делал? Слушай, ну это прикольная вещь. Да. Ой, очень мило. Очень милый цветочек. Я не знаю, я не могу положить его в сектор кринж, мне он нравится. Я считаю, что пока что на плане детского календаря, ну, за исключением вот этого вот крылатого безобразия, во! Кстати, по цене есть отличие от... 1900 рублей стоил. Мне он уже больше нравится. Соглашусь. Он пока что выгоден. И дальше я открываю номер. Какой у нас там? Семерочка. Наблюдаешь ее? А вот, нашла. Так, семерка. Блин, мы сейчас нос тетки отрубим. Губы в носу. У нее в носу губы были. А, это еще один у нас блеск для губ в форме вот таких вот липс. Кстати говоря, липс тоже можно подвесить сюда. И будешь самая клевая бабонька на районе. Угу. Ну, кстати, мне нравится то, что они в форме губ. Я только это первый раз вижу. Это прикольно выглядит реально. Вот прям такая, знаете, детская худо-бьюти. Когда ты еще не доросла, но уже очень хотелось бы. Ставлю худо-бьюти абсолютно точный детский лайк. Это норм контент. Мне даже губы понравились больше, чем цветочек. И, кстати, они вроде по цвету... Да, они отличаются. Да, тут более этот средний, беленький, а этот более желтый. Ой, розовый. Да. Какая это сегодня? А-а-а. Посиджусь на тусе. Угу. Так, итак, сектор 8. Возможно, тут будет палетка. Ух ты, кстати, возможно. Дай тебе эту штуку. Держи. А, не, все, дело пошло. Нет. Что? Это то, что ты ненавидишь. Боже, там зеркало. При всей нелюбви, но это самое уважаемое зеркальце из всех. Чувствую себя феечкой Вин. Пробую подеть этой кринжовой штукой. Totally Spice. О, кстати, реально очень похоже. Да, у нас некоторые проблемы с распаковкой адвентного календаря. Слушай, но учитывая, что они сделали простейшую вещь для цепочки, надеюсь, тут, кстати, будет цепочка, это выглядит прикольно. Ну, знаешь, это можно ребенку повесить на сумочку, это будет выглядеть как очень сильный мини-аксессуар. Блин, а, кстати, да, ребят, смотрите, это же можно не только вот так вот подвесить, хотя и так тоже прикольно. Приходишь такая в школу, а у тебя зеркало, понимаешь, ты такая поправляешь детский макияж, как бы сделал на детский худ-бьюти, вообще фэшн. А можно на сумку повесить? Тогда вот я считаю, Баленсиага. Баленсиага как бы денег стоит, знаете, там такая же хрень, только форма сердечка на ней висит. Угу. Я все еще считаю, что это заслуживает хорошего места. Цифра 9. Ну и где она? Нашла. Блин, ну кажется, сейчас будет детская помада. Помады у нас уже было много, надеюсь, там будет что-то поинтереснее. Кринж. А зачем? Лучше бы ватный диск положили, как в каком-то адвент-календаре. В Сефоре или где-то несколько лет назад, там типа был ватная палочка и ватный диск. А зачем? Никто не понял. Я не распаковывала, слава богу, этот адвент, но кто-то распаковывал, и я такая, вытер свои слезы. Я не знаю, мне нечего сказать здесь, вообще нечего. Нет, возможно, они кладут эти штучки для блесков, но мне кажется, все пользуются... Для экономии. Пальчиками. Для экономии. Они кладут для экономии. Экономите на детей, понятно. Ладно, надеюсь, что это были самые две кринжовые вещи, и больше здесь не будет никакого кринжа. Цифра 9, я же... 10! 10 уже? Да, у тебя коронованная цифра десятчика. Давай, расчехляй ее плавник. Расчехляй ее плавник. Что-то годное. Тут даже подписано на русском, что это. Хайлайтер. Фига. Цвет бледно-розовый, 3,5 грамма. Давай посмотрим, он вообще хайлайтит? Сиятельный? О, ни хрена себе, это что такое? Это как так вообще? Чё? Да это круто! Угу. Ребята, это работает. Очень круто! Это офигительный детский хайлайтер. Но он опять ничем не пахнет. И я такая, пон-пон. Кстати, только что была отсылка к новому треку «Мяу», а еще на этом видео была отсылка к еще одному треку, и эта отсылка прямо сейчас в кадре, и нет, эта отсылка не я. Класс! Он прикольно на коже ощущается, он очень мягкий. Он да...
Да. Он какой-то бархатный. Да. Вау. Я бы взяла его в годный контент. Абсолютно соглашусь. Слушай, пока что у нас в негодном контенте, но откровенное только лишь барахло. Но в годном-то нормальные вещи. Будь я ребенком, я бы так обратно сделала. Сейчас радуюсь после всех этих гадских календарей. Следующая циферка 11. Что-то круглое. Почему-то мне кажется, что здесь что-то маленькое. Ты чё? Здесь чушечка. Это тени для век. Чё? Блин, а как так-то? Чё? Чё? Это так круто! Офигеть, тени для век. Вот это вы меня удивили, адвент-календарь. Причём тени-то такие годные, их можно и как хайлайтеры как бы, да, использовать. Я так обычно не делаю, но нанесу. Он реально очень сильно сияет по сравнению с тем, что у тебя другой есть хайлайтер. Это красотка. Балдёж. Официально пока что мой любимый адвент-календарь, честно, даже любимее, чем те, которые стоили несколько десятков тысяч. Набираю к себе. Офигеть. Я не знаю, что ждать этого адвент-календаря, он слишком хорош. Вот тебе шпулька. Спасибо большое. Итак, номер 12. Тут явно должна быть помада. Форма как бы намекает. Форма помады. Вытаскиваем даме глаз. О нет, это глаз вытащил. О да. О нет, о нет, на резке в глаз. Ребята, она в глаз полезла. Я была пауком из Hunter x Hunter. Ну хоть не хисок, и спасибо на этом. Кажется, сектор кринж пополнится. Да, но это явно для помады у нас. Кисть, и она отправляется. Я даже комментировать это не буду. Давай не будем это комментировать. Держи эту шпульку. Зачем? Мне так жаль. Номер 13. Ну вот, еще одна заколка такая же? А зачем? Есть ли смысл комментировать такую же заколку? Я считаю, что первая заколка заслуженно получила место в раю, а это в грязь. Нет, две одинаковые вещи? Нет. Я понимаю, что там два хвостика, но это можно было бы абсолютно, без потери, я думаю, для всех, положить в одну кучу. Вот серьезно, а не отдавать этому цифру, мать его, 13. Как так-то? Цифра 14. Мне показалось, что это зуб сначала. Опять колечко. Блин, я не знаю, я фанат таких вещей, нет, честно говоря. Ну, колечко норм. Я бы их носила, вот оно второе, я бы их носила максимально много. Цыганочка на районе, главное тут. Не, ну это красиво, ладно. Но розовая, кстати, мне нравится больше, она вот прикольно, да, выглядит. Но она пусть кого-то светится. Да, поярче. Она такая яркая, красивая. Единственное, что с размером не угадали, можно было сделать тут с разрезом, потому что пальчики-то у всех разные у детей. Ну, кстати, да, вот так вот у девочки понравится колечко, она не сможет на что сделать, расстроиться, непорядок. Ну ладно, это в принципе, окей, две резинки я не готова пережить, а вот, ну, два кольца еще пока ладно, надеюсь, там не будет так много. Все еще две резинки можно положить в один сектор было. Номер 16. Что-то в форме звезды. Слушай, на женщину так вообще смотреть страшно, если честно. Все от нее отняли, все. О, это что? Цвет-то какой, смотрите. Красиво, красиво. Ну, цвет барский. Угу. Там сзади что-то написано. Блеск для губ. А вот, открыла. Слушай, ну, это не супер удобная вещь, конечно, ничего не скажешь, но он даже имеет небольшой цвет, на камере не видно, хотя нет, чуть видно, что он поблескивает. Ну ладно, это я тоже отнесу в классный раздел, потому что, ну, как бы это реально кулончик, опять-таки, теперь еще в форме звездочки, можно, мне кажется, даже на какие-нибудь там бисерные штуки налепить, так, чтобы сразу несколько штук было, кстати, прикинь, как кастом будет крутой. Я просто в восторге, вот за звездочки я вообще люблю всякие формы. Вау! С Новым годом. Итак, 17 сектор. Твоя любимая. Моя любимая число, я разрешаю тебе его открыть. Ну, хочешь? Не-не-не, давай, я хочу, чтобы я это сделала. Помада. Такая же, как была. Может быть, какое-то отличие в цвете. Все, я уже вижу разницу в цвете. Тут какой-то сиреневый был, а это прям розовый-розовый, да? Угу. Ну да, они немножко отличаются. Не скажу, что у них какие-то вообще лютые отличия по цвету, но, возможно, здесь будет понятнее. Ой, тут прикольный цвет. Да, вот это вот сильно лучше. Вот этот цвет прям намного лучше. Соглашусь. Мне, кстати, нравится дизайн этих помад, он прям приятно выглядит. Похоже на «Моя маленькая фея», очень. Интересно, эта косметика еще существует или уже нет? Мне кажется, нынешние дети даже не знают, что это такое. Наследие. Блин, а помнишь, у них была такая вкусная душка, такая вот... Да. Розовенькая. Да. Такая вот... Духи. Да, духи, вот она была безумно вкусная. Ты разблокировала воспоминания, зачем ты это сделала? Вот же маленькая фея, вот бы сейчас облиться маленькой феей. Она же маленькая была фея? Да, маленькая фея. Я только сейчас подумала, какое это странное название. Нет, принцесса тоже была. Тем временем цифра 18. Что-то похожее на еще одну помаду. Что это? Слушайте, я очень извиняюсь, конечно. Во-первых, для чего такая кисть? Просто вот она для чего? Вот что ты ей сделаешь? Ей ничего не сделать, она бесполезна. Она, блин, круглая, еще и обгрызанная вот здесь вот. Видите эту обгрызанность?
Видимо, они хотели сделать форму сердечка, я правильно понимаю, да? Но у них не получилось. Оно, наверное, должно было быть как-то так. Ладно, неважно. Зачем? Зачем? Зачем это существует? Тут, блин, цветочек, то есть вот на цветочек им было не жалко потратить свой... Если кто не понял, что произошло, то она развалилась у меня в руке, пока я бухтела. Я была настолько душнила, что даже кисть просто разорвалась от этой душности. И слов одни эмоции. 19. Просто решила доломать дамочку. Там что-то непонятное. Что же ей в башку-то взбрело? Гребешок! Я могу на этом сыграть. Это было не супер. Знаете, против расчесок ничего не имею, но не против таких, которые бесплатно тебе с Алиэкспресс как бы к любой твоей посылке дают. Такие коричневые расчески тебе же клали? Ни разу не было. Серьезно? У меня коллекция вчера целых штук 10, наверное, выкинула. Первый раз такое слышу. Не кладут только резиночки. Мне ни разу не клали резиночки, все расчески кладут сиреневые. Ой, эти коричневые. А что кладут вам на Алиэкспрессе? Вам вообще что-то кладут на Алиэкспрессе? Однажды мне отправили кучу наклеек с Геройской Академии и с Power Rangers. Неожиданная коллаборация. Там была реально партия наклеек, целая куча. Где, типа, ну, чуваки из Геройской Академии были в костюмах Power Rangers, и очень много таких стикеров было. Топ-10 неожиданных коллабораций из аниме. В прямом смысле этого слова. Мы пропустили номер 15. А, это еще одна была заколочка, абсолютно такая же, как у тебя сейчас. Она разломана? Нет, я просто уронила. А. Да, я ее к себе заберу тогда. Забирай. Ну, они одинаковые, в принципе, они выглядят хорошо, ничего не скажу. Окей, заколочка так заколочка. Итак, номер 20. Все, ломаю эту женщину. О, вау, лунная призма, дай мне силу. Вот он, контент, который мы заслужили. Прикольно, что сказать. По цвету она прозрачная, он с мягким, легким шиммером. В целом, сердечко. Класс. Ставь его в раздел, не кринж. Ну, сердце, конечно, знатно отлетело. Вот это вот то, что я испытываю просто от этой жизни. Вырвали мне из груди сердце. Слушай, у нее... Ребят, ты как ты это заметила? Оно здесь было, мы его отсюда достали. Оно прям вот здесь было. Вот, смотрите, цифра 20. 21. Что-то большое. Блин, на самом деле хочется больше уже разнообразия. Оп. Офигенно. Красный цвет. Офигенно. Косметики. Это лучше, чем... В Адвенте от Литуаля для взрослых. Я сейчас понимаю, что это нахуй бренд делал. На плане, может, это детская косметика от Литуаля. Очень похожа форма. Mm-hmm. Итак, я сейчас офигею. Я офигела. Да. Что? Оно работает. Что? Да вы... Да ну, что? Офига. Нет, синий прям. Что? Серьезно? Это настолько ярко. Я не знаю, что сказать. Это определенно не в сектор кринж. Как это комментировать? Мне кажется, видео, знаешь, топ-1 фраза из этого видео, я не знаю, как это комментировать. Я в шоке. И очень хорошо. Не, ну то, о чем я говорила, конечно, можно стереть рукой. Хотя я не уверена, что, знаешь, обычно свойч невозможно стереть рукой. Наверное, тоже можно. Да, возможно. Если это не пигмент. Но все еще это для детей косметика. Во! 22. Так, там что-нибудь маленькое. Ну вот это лишнее уже было. Нет, третью я не понимаю. Это вот реально было лишнее, еще даже одинакового цвета, типа, чего? Ну вы делаете два хвостика и три заколочки? Нет, ребят, это не пойдет, это идет к тебе. Ладно, это я заберу себе на свой сектор клинч, но предварительно я надену это сюда. Блин, все было реально хорошо, но вот повторка мне не понравилась. Вот в этом случае, в случае с резинкой. Может, я, конечно, не права, не знаю, как вы думаете, но мне кажется, это лишнее. Затеи меня удивили. Так, 23. Что-то там большое, слышу, положили. Угу. Вау! Это Леди Баг! Это Леди Баг! Ой, реально. Она, кстати, яркая. Это опять без для да, Бога. Но он смотри. Максимально яркий. Блин, Леди Баг вообще такая классная. Я ставлю лайк за Леди Баг. Офигенно. Очень нравится. Просто супер. Подожди, я только что поняла, у нас последняя цифра сейчас. Да. Как вы думаете, что там может быть? Ну, я бы голосовала за палетку, но палетка у нас уже была. Возможно, там... А румяна у нас были? Нет, у нас был хайлайтер. Может, румяна будут? Может, румяна. Что еще кладут в детскую косметику? Из такого. Я тоже не знаю. Итак. Красная. Ярко-красная. Это что, это реально румяна? Я угадала. Написано розовый цвет, но мне кажется, что он малиновый. Ну-ка. Что? Я уже не знаю, где свотчить. Что? Что, простите, пожалуйста, это детские румяна, почему так круто? Почему? Объясните, я не понимаю, мой мозг сломан. Чтобы вы понимали, у нас до этого было видео с адвент календарем Литуаля, и там даже близко не такой классный, кайповый состав, хотя тот календарь стоил дороже, этот календарь стоил
1900 рублей. То есть скидкой это за полную цену. Я вообще не знаю, наверное, 1500 будет стоить. Здесь, блин, ну для ребенка вот такой подарок. Не знаю, ставлю лайк. Ты что скажешь? Мне тоже очень нравится. От 1 до 10 сколько дашь календарю? Ну, с учетом, что детская косметика, я бы поставила, наверное, 7 баллов. 7, может, даже 8 с натяжечкой. Единственный минус — это повторки. Но так любой ребенок, я думаю, будет счастлив. Офигенно, твой календарь. Ставлю реально максимальный лайк. 7 баллов — супер заслуженно. Вон!